Привет, друзья! Сегодня мы посмотрим такой маленький женский автомобильчик Nissan Micra 2006 года. Вот. 2004 года, если не ошибаюсь. Вот. 2006 года. Техпаспорт четверка. Куплена в 2006 году. Вижу по окнам четверку. Вот хозяин. Газ, бензин. 1,2. Номера телефонов. Вот видите. Связывайтесь по номеру телефона, а мы сейчас обойдем, посмотрим автомобиль. Вот такой вот, передние стеклоподъемники, газ, бензин четвертого поколения. Не знаю, сколько наберет, наверное, немного. Вот на руле есть регулировки. Такой вот автомобиль. Есть кондиционер. Надо проверять, работает, не работает. Сяду в автомобиль. Удобные сиденья. Наверное, для девушек более удобные. Вот столько вот места. Есть подогрев для попы. Удобно. Сейчас посмотрим, попросим, пускай заведут, послушаем, как работает. Сзади пространства немного, можно сказать, но это просто передние сиденья далеко отодвинуты. В общем, автомобиль вместительный. Вот, родные потертости. А там надо. Если можно завести, поднять капот, либо так заведите, послушать, как работает. Вот. Надо знать, как открывается еще. Никто не мыл свой автомобиль, никто не старался сильно. Рабочий, как оно есть, так оно и есть. Видите, добавили газ. Стаканы все без деформации. Вот никто не снимал крылья. Также капот. Все в родной краске. Также этот стакан, к этому крылу кто-то немножко лазил, эту сторону. Объем 1,2 для такого автомобиля, думаю, достаточно. Сейчас вот такой вот автомобильчик. Владелец лично, не перекупщик. Максимальная комплектация, пишут. Ну, в общем, неплохой автомобиль на свои года. Работает тихо, чисто. Вот даже есть сабвуфер, музыка. Вот багажник небольшой, но достаточно. Вот видите, кто-то любит свой автомобиль. Так что связывайтесь, покупайте. Думаю, автомобиль стоит вашего внимания. До новых встреч. Пишите комментарии. Всем до свидания.